Юные, талантливые и невероятно трудоспособные. С самого детства эти ребята усвоили выступать на сцене тяжелый труд. «Солнечный зайчик» проводится в Рязани в 27-й раз, и каждый год участники удивляют. Всех собравшихся от имени исполняющего обязанности главы администрации города Сергея Карабасова и администрации города поприветствовала заместитель Елена Сорокина. Она отметила, что для города является большой честью принимать столько талантливых юных артистов. За годы своего существования «Солнечный зайчик» стал для многих участников ступенькой на профессиональную сцену. Помог раскрыть творческий потенциал. Если в сердце лишь лето, то зима позади. Ты своим настроением солнце разбуди. Софья Малахова и Олеся Туболец приехали из Самары. Дуэт у них сложился сразу, говорят девочки. Высокий голос у одной и низкий у другой создают прекрасное звучание. Мы приехали получить новый опыт, новые эмоции. Мы на этом конкурсе уже не первый раз. Мы приехали сюда уже третий раз. Нам здесь очень нравится. Здесь и сцены, и звук, и освещение. В общем, прям как на Первом канале. В этом году конкурс получился действительно масштабным, признается начальник городского управления культуры Евгения Власова. Под стать и призы, которые реально дают молодым талантам путевку в музыкальную жизнь. Путевки, я скажу, достойны. Это и возможность участвовать в детском Евровидении, это фестиваль «Новая волна», это агентство Леонида Агутина, Яны Рудковской. «Солнечный зайчик» дает возможность не только показать свои номера, но и принять участие в мастер-классах от членов жюри. Некоторым даже удалось выйти с ними на одну сцену. Хрусталева говорит, по-настоящему талантливых детей очень много. Главное – разглядеть это и начать работу в правильном направлении. Быть строгим судьей для нее сложно, но это необходимо, ведь чем выше уровень конкурса, тем беспристрастнее должны быть оценки. Но работать с детьми важно и проявлять доброту. В работе с детьми опирается на двух китов – духовность и голос. И духовность, как видите, на первом месте. То есть духовное наполнение, понимание того, о чем ты поешь, вообще общее такое личностное начало, оно, конечно, всегда для нас приоритетно. Для зрителей и участников в этом году приготовили немало сюрпризов. Среди них поддержка молодых педагогов, которые получат специальные премии от администрации города, и новая номинация «Новогодняя песня». Победитель сможет выступить со своим авторским произведением на торжественной церемонии, посвященной старту проекта «Новогодняя столица 2020». Торжественное закрытие конкурса и подведение итогов состоится 3 марта. Мария Руда и Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».